здесь 4 дня назад, собирали подосиновые грибы. Все-таки мы не удержались. Решили еще раз приехать. Может быть, еще подросли немножко. Пособираем, походим. Так что вперед. Буквально зашли в лес. Прошлись немножко. Вот. Первый подосиновый стоит. Вот. Еще один стоит. О. Значит, грибочки есть. Надо посмотреть еще тут. Может быть, еще где стоит. Вот немножко нашли. А это смотри какой прям. Длинная нога. Какая. И маленький рядышком. Угу. Значит, грибочки есть. Буквально отошли на пару метров. И вот еще один стоит. Такой спрятался тут. Грибочек наш. Подосиновый. Вот еще один подосиновый. Его сразу ты не увидишь. Он такой бочонок он стоит. Это я понимаю. Грибочки. Сейчас там тоже Наталья что-то нашла. Сейчас пойдем к ней. У нас грибы опять начинают маскироваться. Называется «Найди гриб или увидь его». Сразу подумай, что там гриб растет. Сейчас мы будем его... Ну-ка, Наташа, поднимай. О. Мы его освободили. Ой, какой гриб-то. Да, грибы у нас интересные. Как в этом, в Чернобыле. Так, посмотрим, что у нас на этой полянке. Опа-на. Наташ. А вот смотрите, что я нашел. Вот это кабанчик. Вот это белый гриб, я понимаю. Тоже недавно вылез. Такой толстый нога у нее. Надо будет еще посмотреть. Может, еще где-нибудь беленький стоит. У Натальи тут гуляет она. О, такой Симаш. Ты давай грибам рукой махай. Наталья там что-то опять нас нашла. Вон они такие. Какой-то низине, да? Опа. Вот они. Подосиновый наш. Такие ноги, да, длинные? Ага, надо еще докопаться до них. Чистые. Вот так грибочки прибавляются. Ходим-то, да? Минут 10 только. Ну да. Да, тут с такими грибами. Надо зрение орлиное. Вот он. Бочоночек такой. Надо здесь еще будет посмотреть. Залезли вот такой в бурелом. А грибы-то они вот так у нас растут. В деревьях. Ой. Так. Вот один. Да, надо походить тут. Буквально вот развернулся.
И еще один чайник. Даже что-то треснул даже. Вот ведерочку. А это просто царь леса. Такая у него опушечка здесь небольшая. И такой вот колобочек стоит. Беленький. Вон. А Наталья подосину нашла. Там беленький, а тут подосину. Да. Далеко от него растет. Вон какой. Пожарный такой. Да. Решил в елки зайти, посмотреть. Буквально дошел до елок. Иду, тут два вот таких вот стоят. О, вот такие. Два подосиновых. Значит, надо здесь будет еще походить под елками. Там все Наталья там где-то ходит у нас. Спустились в низину, в траву. Наталья там у нас что-то уже нашла. Где? Вон, ну-ка давай срывай его. Смотри-ка, вот тут еще через два шага. Да? Они такой стоят. Да. Это же грибы. Они любят прятаться у нас. Отошел буквально от Натальи на 20 метров. Такая у нас вот дорога проселочная. И вот около дороги стоит очередной подосиновый. Вот такой хорошенький. Вот такие у нас сураеги растут, но мы их не берем. Мы берем вот таких вот. Вот такие у нас. Ух ты, нифига себе тут. Раз грибок. И три грибок. Вот такие три бочонка. Да, дождей нету, а все равно грибы-то есть. Значит, будем дальше продолжать искать. Наталья тоже нашла вот такие вот. Раз подосин и два подосин. Но мы их брать не будем сегодня. Берем только маленькие. Как бы уже насушили грибочков. Хочется набрать маленькие. Если они есть, то мы их наберем. Вышел на поляну. И в кустах он стоит. Подосиновый. Ой, какой хороший. Не оторвешь его. Красавица. Так, Наталья у нас нашла. Ну-ка. Ну вот там ты нашла у нас. Спасибо. Такой грибок. Что у нас там прибавляется? Что? Да, вон сколько. О. Одни подосиновые. Пока нашли только два белых. Охотим-то, да? Минут 30, наверное, 40, наверное. Да, вообще. Так, Наталья-то у нас что-то нашла опять. Вон какой. Вот это я понимаю. А шляпка уже маскируется под листочки. Вот такие вот, да? Да. Иди. Будет видно уже. Спрятался. Это что у нас на ведре с тобой? О, какие красавцы. Все буханочки. Вот таких мы в дебрях лазим. Тут ногу сломаешь. А они вот растут. Ой, правда, он уже все перерос. Мышки и белки сидят. Тут у нас там еще там подсказка есть грибы.
Вот опять спустился в низину. Спустился внизу. И вот такой вот стоит. Красавец. А народу уже прошло очень много. Но мы убрать его не будем. Пусть стоит. Может, кто-нибудь его другой возьмет. Вот случайно вот его заметил. Вот такого маленького. Вот такой маленький. Подосиновый. Вот. И рядом еще один стоит. Чуть-чуть уже подросший. Вот тоже красивый. Подосиновый то, что надо. Так, Наталья у меня там что-то опять нашла. Вот она нашла маленькая. О. Такие крепкие все они. Да, мы сегодня вообще прям это, одни маленькие у нас, да? Даже вот этот, если он побольше, но смотри, какой чистый весь. Ну да. Белый. А смотри, что у него на шляпке, да? Подними его. Это? Да, на нем это. Не знаю, бумага какая-то. Не, бревно на нем лежало просто. И он припечатался. Оставил отпечаток. Вот так, что-то нашел. Такой грибок. Вся ножка была в земле, торчала одна шляпка вот так. Я вообще думала, это листочек. Такой, да? Толстенький. Пузан такой. Красивый. Да. В этом лесу надо ходить очень медленно. Очень медленно. Потому что вот таких вот подосиновых не увидишь. А он стоит такой, маленький такой. Ой. Бочоночек. И спрятался от человека. Наталья у меня глазастая. Нашла вот под таким бревном два подосиновых. Так, где же Наташа? Один. Ой. Запрятались тогда? Конечно, от людей-то надо прятаться. Столько народу уже бегает. Ой, красавцы. Вот такие вот у нас вот сыроежечки. Не каждый берет этот гриб, но он вкусный, когда маленький. Это, конечно, уже переросли они. Но это тоже очень хороший гриб. Я их называю шарики, когда они маленькие. У них хрустящие. Да. Шапочка завернутая, ножки практически нету. А это уже раскрылся шарик. Ладно, будем продолжать искать грибочки. Раза два уже он проходил мимо и не видел. А он стоит вот такой маленький-маленький. Ой, какой хороший. Да. Здесь бегать не надо, надо ходить очень медленно, потому что они прячутся, и с первого раза их не увидишь. Вышел опять на дорогу, а тут вот стоит вот такой вот, ой, еще один подосиновый. Он весь красный, не то что шляпка. Вот. Рядом лежит сбитый подосиновый. А вот стоит рядом хороший. Вот такой. Ой, не вытащишь такого. Так, а Наталья там что у нас нашла? Смотри, прям в траве растет. А я вот только что прямо вот здесь прошелся. Да, я вот даже не увидела бы, если бы вот траву маленько не отогнула бы. Ой, тут, а я думал, там еще один стоит. Нет, все это хорошенький. Красный. Ну давай вот обрезай их, двоих. А вот рядом лежит.
наша ведерочка красная пополняется. Травы сколько, да? Весь в траве растет. Ну да. А нога какая длинная у нее. Вот. Пополнение в нашем белом ведре. Так, вот тоже стоит такой тут. Непонятно, как вообще он растет. Но это... А это срезанный кто-то уже срезал. Да. Ну да. А вот рядышком стоит. Вон какой. Смотри, какой цвет у него красивый. Да. Внутри. Даже дерево-то мешает. Слегка нога у него. Вот это гриб, я понимаю. Вот это подосиновый. Но несмотря на то, что он большой, да? Да. Да это нормальный. Слушай, вся нога чистая. Да, таких подосиновых только в радость собирать. Вообще. Пойдем дальше. Пошли. Так. Очередной подосиновый. А тогда мы собирали, они прям красные были. Да. А после... Вылезли другие какие-то. Нет, это после дождя, потому что они красные медовые были. Да, потом они темнеют, что ли? Ну, наверное, на солнышке загорает. Ты на солнышке загораешь? Я не загораю. Всем свойственно загорать. Ой, красавица. Вот уже и ежевика поспела. Да, скоро будем собирать ежевику. Вон сухой тут. А главное, грибы серосудовые именно в ежевике. О, видишь? Вот он, нифига себе. Смотри, какой маленький. Разве ты его заметишь? Он еще даже не загорел. У него даже ножка, смотри, белая. Даже пятен еще нету. Малыш. Держи нож. Наталья нас там что-то опять нашла. Вот это да. Это я понимаю. Опа. Толстенький. На, ножичек обрежь. Пошли дальше. Да. Наташа, а вон еще один стоит. Смотри, он. Ой, какой маленький, как ты его увидел? Да я откуда знаю. Просто посмотрел вперед. Это как ягоды. Одну собираешь, на вторую смотришь. Да. Пузанчик. Толстопузик. Буквально зашел в траву. Вот стоит вот такой вот подосиновый, здоровый. А рядом стоит вот такой вот, маленький еще. Ого! О, какой! Вот и лисички у нас растут. Но мы сегодня их не будем брать, потому что это только 4 штучки. Потому что мы набрали ведро подосиновых. Да. И такого маленького нашла. Вот, видишь. Походим еще минут 20, наверное. Да и будем домой собираться. Идем уже ближе к машине. И вот такого красавца мы нашли. Вот он. Какой. Кого? Подосиновый. Но мы их брать, конечно, не будем. Смотри. Раз, два. И волнушка стоит рядом. Волнуется. О. Но мы их брать не, конечно. Они, да, большие. Конечно. Эти, вообще прям под травой стоят, растут. Да, пропустили кто-то их тут. Потому что в траве стоит. Ну да. Вот мы погуляли по лесу. Набрали ведро подосиновых. Нашли два белых. Брали сегодня маленькие подосиновые. Очень много больших подосиновых, которые мы не стали брать. Как бы уже насушили. Так что мы остались довольны. Лес нас опять отблагодарил грибами, хорошими грибами.
народ уже стал подтягиваться в лес. Так что сейчас дойдем до машины и поедем домой. Всем пока!